Начало купального сезона не только связано с посещением пляжей и приятным времяпровождением, но и сопряжено со смертельной опасностью. Как провести время с пользой, чтобы отдых на берегу водоема не стал для вас последним, рассказывают в ходе рейда спасатели. Буквально за прошлый год у нас утонуло 22 человека, из которых 6 детей. В связи с этим мы бы хотели обратиться к нашим североказахстанцам. В первую очередь необходимо купаться в строго отведенных местах, прислушиваться к рекомендациям спасателей, не купаться в нетрезвом состоянии, не заплывать за буйки. Одно из самых главных – не оставлять детей без присмотра, а также не отпускать детей без сопровождения. Традиционно купальный сезон на территории области начинается 1 июня. По данным департамента, всего в нашей области имеется 58 мест отдыха на берегах водоемов. К примеру, на территории города Петропавловска имеется 2. Это вот на берегу озера Пестрое, а также на реке Ишим, где круглосуточно дежурят спасатели. Подготовлена береговая линия, проводится обследование акватории пляжа. То есть, соответственно, проходит подготовка перед началом проведения купального периода. Обеспечению безопасности североказахстанцев во время купального сезона особое внимание, говорят спасатели. Хотя такие профилактические рейды проводят и зимой, когда начинается подледная рыбалка. Департамент по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области, в свою очередь, для минимизации и предупреждения несчастных случаев проводит усиленную работу еще с начала года. У нас утверждены совместно с департаментом полиции, волонтерскими организациями, а также инспекцией транспортного контроля совместные порядки проведения рейдовых мероприятий, на которых мы доводим до населения основные правила поведения на воде, осуществляем совместно с сотрудниками местной полицейской службы предупреждение и пресечение нарушений. Гюзель Закария, Денис Сухарев, Казбек Аркбаев, МТРК.